Привет, дорогие мои. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Survived. Великолепный экшен-хоррор от Эдру, небезызвестного человека в определенных кругах, которого я крайне сильно уважаю за то, что он делает. Создать в одиночку такую игру — это далеко не каждый сможет. Ну, в общем, мы находимся в зараженном городе. У нас определенного рода проблема, потому что здесь зараженные, их очень много. Кроме прочего, команда зачистки чистит город, потому что, ну, вы поняли, чтобы избежать заражения. Чистит хорошо, как вы можете видеть по домам, от них остались одни остовы каменные. Ладно, надо выбираться. Время от времени... Возможно, мне кажется, возможно, нет, но за нами кто-то наблюдает. Тут что-то потустороннее есть в этих окнах. Но, скорее всего, как вы только что видели, это просто мое воображение. Конечно. Хорошо, ладно. Давайте просто выбираться отсюда. Наш герой за предыдущую серию упал с вертолета. Получил в лицо ногой. На него упал вертолет. На него напал крокодил, это не говоря про зомби. То есть обычный день. Япона, мать. О. Я все понял. Валим, валим. Мне не сюда. Наверное, мне либо... Ай, чувак, у тебя анимация глючит. А, бежим. Как-то может наверх подняться? Нет. Хорошо. В общем, куда я от страха забежал? Вот горит окно. Туда определенно стоит попробовать попасть. Но как туда попасть, я не приложу ума. Пока что это единственный разумный вариант, вот эти автобусы. С них я сейчас попробую... Твою мать, я так убьюсь. Я никуда не попаду. Так, ладно. Хочу туда. Чувак, ты глючишь? Я понял. Лучше даже в 5 метрах от него не находиться. Бежим, бежим, бежим. А вон, смотри. Ёлки-палки. Да блин. Ой. А, я понял, там надо. Давай, давай, давай. Давай. Сюда не поставь. О, фонарик. Ой, блин, так, сядь поудобнее, было жутенько. Офисе больше явно никто не работает. Мигающие лампы. Обожаю мигающие лампы. Ну, назад пути нет. Так.
Так, тут как-то никак. Это наш этаж. Можно было бы выключить фонарик, было бы вообще хорошо. Замок, что ли, сломанный? Чё это такое? Да, это замок. Это не мины. Это было глупо, если бы это были мины. Выключи фонарик, пожалуйста. Знаете, это не самый лучший вариант, поэтому бежим. Что это вообще? Какого хрена вообще? Чего это? Испугалась меня. Какого хрена? Так, сейчас. Сейчас. Чё с тобой вообще не так? Уйди. Уйди. Иди, тварь. Ай, Валик. Я бегаю очень медленно. Пиши, пиши. Все как всегда. Все очень плохо. Что-то я как-то, блин, перепарайтался, честно говоря. Смотрим в пол, все нормально. Не знаю, откуда я упал. Скорее всего, на той щели. Но... Ну, ладно. В отличие от предыдущей, эта серия реально жуткая. Та серия была киношная. Эта серия страшная. Ой, это просто так задуматься, да, вот это вот попасть, это, ну, только я так могу. Лететь на вертолете, попасть в город и в итоге оказаться в каком-то сыром мрачном туннеле. Просто шикарно, да.
что я делаю? Ну, допустим, оттуда я пришел. Ну, если туда, может, но нет. Скорее всего, мне просто нужно, может, кирпичи здесь выломать. А, вот, нет, это тоже. Какое у тебя испуганное лицо, розетка. Хорошо, ладно, видимо, все-таки не сюда, потому что я чего-то не понимаю, похоже. А, сюда я на проладью. Кулаком. Кулаком вышиб, да? Еще одна лестница. Замечательно. Просто глюки. Все в порядке. Я устал, упал с вертолета. Это вполне объяснимо. А, вон оно что. Нормально. Откуда там вообще дверь? Что это такое? Я не хочу знать. Я просто хочу выбраться отсюда. Это уже не разрушенный город. Это какой-то... просто ад какой-то. Какое все мокрое. Хорошо. Что-то я залип под эту музыку. Я не понимаю, откуда музыка идет. Что это было такое только что? Это... отсюда? Или это еще какие-то душевые кабины, что ли, были? Что это, ванны какие-то стоят? Ох, так, ладно. Мы просто помрем здесь. Это уже очевидно. Я отсюда не выберусь никак. Слишком все плохо. Так, это помещение явно не выглядит дружелюбным. Я лучше сюда пойду. Ну, здесь, по сути, те же щи. Да, придется идти туда. Отсюда я не пролезаю. Но я хотя бы попробовал. Ой, какие тут приятные звуки идут. Ладно, арматура торчит, явно не пройдем. Комната страха. Ага. Здание кошмара скорее. Мой маленький домик смерти. Ой, твою мать, я не знаю. Я просто полез. Я не знаю, что там было. Крокодилы. Отлично. Ладно, чтобы там ни было, я пошел назад. Нет, там кто-то ходит. Офигеть, крокодилы.
Да твою мать, ували! Когда же это прекратится? Когда я прекращу падать? Блин, это... Братюня, я не знаю, как тебя по имени. Вставай, пожалуйста, надо уходить отсюда уже, к чертовой матери. Я не хочу тут находиться. Ладно. Сейчас мы запрыгнем сюда, там будет выход, и мы с чистой совестью... Конечно. Так, хотя зачем мне лампа? Эти двери не поймешь, они все время в разную сторону открываются. Не подгадаешь. Есть кто? А, кстати, фонарик скоро сдохнет, похоже. Так надсадно уже мигает. Теперь свет странный. Спокойно. Просто. Да чё просто, там кто-то есть. Нормально. Давай. Представьте просто, да, вот так вот ходить по такому заброшенному дому. Ну, зная при этом, что ты тут не один. О! Ой-ой-ой. Больше так не надо делать. Выход, пожалуйста. Блин. Я не хочу. Так. Какого хрена? Манекены! Нет! Нет! Спасибо тебе, Эдро. Ты настоящий друг. Все, я сейчас умру. Либо крышей поеду. Так, ладно, я валю отсюда. Я... Подожди, что там лежит? Там наверняка что-то лежит. Твою мать. Просто... Просто уходим отсюда. Кен. Такой концентрации манекенов в играх я не встречал уже. У меня ощущение, что мне что-то нужно взять. Ладно, неважно. Спокойно. Нет. Валим, валим, открой, открой дверь. Ой, ну нафиг. Фу, здесь, по крайней мере. Лучшая комната в мире. Все, теперь... Блин, простите, я сломал стол. Nope.
алкоголь. Просто... Нет, ну какого хрена вообще? Ой, тихо, тихо. Фу! Боже мой. Мне кажется, мне сюда. Все. Хрен пройдете. Если дверь не... Просто выбраться отсюда. Что это, ключ? По сравнению с манекеном ты так. Деточка сопливая. Только не манекены. Охереть, как это страшно. Ох, давай, давай, давай куда-нибудь. Идем дальше. Не обращай внимания. А, дверь закрыта. Шах и мат. Все. Уходим. Ладно. Я жду заманухи. Честное слово. Сейчас произойдет что-то очень печальное. Все, больше никаких манекенов, да? Поддается. К чему тут эта тележка? Фу, ладно, нет, топ. А, ты какого черта вы делаете вообще? Я же просто помру сейчас. Ой, давай, давай, давай уже как-нибудь убираться отсюда. Нормально. Это что? Кукла, что ли? Маленьких кукол я ненавижу еще больше, чем манекенов. Мишка. Знаете что, давайте мы на этом завершим, наверное, эту серию, а в следующий пойдем дальше по этому страшному дому. Я так понимаю, что последующие эпизоды будут дольше предыдущих. Так что, возможно, еще в следующей серии событий хватит где-то там на полчасика, на 40 минут. Пока что могу сказать, что в отличие от первой серии, вторая серия менее киношная, но более страшная. Такой контраст, он, на мой взгляд, очень крут. Комната с манекенами – это мой личный просто респект автору. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.